Друзья, доброе утро. У нас 8 утра, и мы за почти 20 километров в одну сторону приехали специально в супермаркет. Камила сегодня будет печь пасочки, точнее, замешивать их сегодня. Может и печь, я не знаю. Печь тоже сегодня. И нам нужны... А все потому, что мы идем в кино, и я должна была вчера замесить, и сегодня утром печь. Нам нужны вон вход, влажные дрожжи, или как они называются? Мокрые дрожжи. В общем, здесь, да, практически везде сухие. И единственное, что показало в этом супермаркете, должны быть такие мокрые, вот это противные такие дрожжи. Посмотрим. Я надеюсь, что они здесь будут. Мы, в принципе, недолго ехали, меньше 15 минут сюда, но тем не менее. 8 утра, хотелось бы еще лучше в кровати полежать. В субботу. Да. Но, как сказала Камила, у нас на 10 утра сеанс «Мстителей», и он находится вообще, черт идет, в два раза, наверное, дальше, чем этот супермаркет еще от нашего дома. Ну, к сожалению, те билеты, которые были только доступны. Но мне вот эти ложки понравились. Я бы такую себе на обед купил. Посмотрите, ух, размер. А здесь вот целый ряд со шляпами и с ковбойскими сапогами. Правда, они вряд ли кожаные, да. Гомно, качество, 30 баксов, но красивенькие. Блин, так красиво здесь фрукты все валяются. Вообще, очень клево пораставляли. И смотрите, что здесь продается. Листики кактуса. Ай, колючие, блин, я не знаю, как их готовить. Ну, прикольно. Как-то можно. Нету? Ну все, мы едем, значит, друг... Ого, это авокадо такие? Ничего себе. Ну, прикольно. Да. Еще в следующий супермаркет. У нас уже осталось 1.5 часа, ну, чуть-чуть больше. 1:40 до начала сеанса. Тут близко еще посмотрим дрожжи. Там, если не будет уже, ну, будем делать на сухих. Что делать? Камила все равно сделается вкусно. Я знаю. Так, ну что сказать, на кино мы сходили, посмотрели. Это не самый мой любимый из всех фильмов, которые Марвел рассказал. Мне до сих пор самым любимым остается Доктор Стрэндж. Чуть-чуть, 3 часа шел фильм, как бы чуть-чуть затянутый. В конце, конечно, они полчаса последних вообще дали жару, безусловно. Ну, в целом, в общем, я лично ожидал большего. Ну, в целом, можно сходить и посмотреть, естественно, для фанатов жанра. Я уже сказал, да, правильно. Для фанатов жанра, для фанатов комиксов самое оно. Так, и вот парковка здесь, как обычно, нам повезло. Вот там вот дальше. В такие дни мероприятий парковка обычно это проблема, и она стоит $15-20. Но проехали 20 метров и бесплатно припарковались здесь. Никаких запрещающих знаков нет. В общем, нам с этим повезло. С той стороны уже раздаются звуки какого-то праздника. Вот здесь вот люди толпами уже стоят на светофоре. О, переходят, нам бы тоже перейти. Кстати, по поводу того, с чего видео началось, по поводу дрожжей. Камила, к сожалению, так и не нашла нигде дрожжи. Мы заезжали в 3 магазина или в 4. 3, 4 закрыты. 4-й был закрыт, да. Потом мы попросили еще нашего знакомого, он сходил в русский магазин, но там тоже только сухие дрожжи. Поэтому будет у меня любимая жена экспериментировать. Что делать? Так, на змею похоже. О, какой кайф. Смотри, какая барышня. Вау. Под зонтиком сидят. В общем, это пока только бережок. Воу, осторожно, скользко. А, вот здесь все люди. Хорошо, хоть пробок нету. Потому что все здесь. К таким местам обычно, как только подходишь, травкой пахнет моментально еще за 100 метров до самого парка. И тут ходишь, постоянно чувствуется запах травы. Никого не гоняют. Ну, непонятно, кто курит, потому что народу очень много. Все курят.
Так, ребята, да, только я совершенно забыл вам рассказать, что это такое. Это такой уникальный остинский праздник, называется День рождения Иа. Другие не влезут, а мой влезет, гляди. Иа, который вы все знаете из Винни-Пуха, которому все ходили на день рождения, вот. И, короче, я почитал про этот праздник. В 63-м году из Остинского университета хипари решили организовать какую-то вечеринку в последнюю субботу апреля. И почему бы нет? Почему бы не назвать ее в честь Иа? Назвали и начали каждый год собираться. Все это веселье, все праздники, что здесь проходят, точнее развлечения, они абсолютно бесплатные. Все это бесплатно, но единственное, что здесь собирают деньги для неприбыльных организаций. Ну, в общем, так называемая благотворительность. Вот. С 11 часов утра и до самого заката здесь происходят всякие... Знаете, наверное, нам когда рассказывали, это вот что-то наподобие то, что происходит на корпоративах, на свадьбах, то есть разные конкурсы. Все очень, естественно, сделано для детей, потому что, как я уже ранее упоминал, в Остине масса огромная всех праздников, они семейные в том числе, поэтому удобно. В общем, вы теперь тоже знаете, необычный праздник. Ого, какие индюшки продаются, копченые, как мороженое. Ну, тут такие очереди дикие, конечно. Вот эти большие, I'm sorry, эти большие ноги стоят по $12. Посмотрите на них. Это бомба. Класс. Какой здесь оригинальный способ парковки велосипеда? Посмотрите. Просто в кучу посваливали. Вот это карта этого всего мероприятия. Красиво, кстати, мультяшно так нарисовано. А вот это для тех, кто не знал, как по-английски будет ИА. 6 букв. 7. Хорошо, хоть сейчас на этих скамейках кто-то сидит. Вечно они пустые, эти бетонные бедняги. Потому что все предпочитают сидеть на каких-то деревянных, таких небольших столиках. А это вот как раз мероприятие для подобного места. Где много-много-много сразу народу. И мы опять идем на музыку. Индеец такой очень модный, забивает трубку, курит, не знаю, чем он забивает, траву или нет, но штаны у индейца Levi's. Вот это, безусловно, конечно, самый веселый, самый такой энергичный, самый центровой павильон, и возле него собирается больше всех народу. Я думаю, и травой там пахнет, там все пахнет. Я думаю, что для того, чтобы участвовать в их шабаше, вот в этом вот всем бешеном мероприятии, нужно вот либо вино выпить, либо покурить вместе с ними, потому что, в принципе, все такие там, знаете, в таком небольшом настроенческом экстазе находятся. Вдалеке что-то делают, уже заплетают какие-то веревки. Вот ребята вообще с козой пришли. Она как раз квакает. Вот это я достал момент. Ну что ж такое? Блин, мы уже уходим, а все только приходят.
Идут. Да, да. Никого нет, потом поток. Автобус. В общем, ребята, что могу сказать по поводу этого мероприятия? Великолепное. Плед, вино, пиво, закуски, там какой-нибудь сыр, чипсы. Берешь, компания друзей, садитесь здесь с самого утра и спокойно сидите до вечера. Там очень клево, очень красиво, очень атмосферно, как обычно у народа. Такая общий такой общий командный дух, все рады. Придумали себе повод лет 50 назад, и каждый день этот повод, так сказать, каждый год, да, этот повод соблюдают, эту традицию. Вот. А мы, к сожалению, не можем сегодня остаться дольше, то есть мы сюда буквально минут на 20 заехали, мне интересно было глянуть, чтобы понять, что это такое, да, потому что мероприятие уникальное для США, я не знаю, может, в мире где-то еще и празднуют, но, в общем, только в Остине, я слышал, есть такое день рождения, а даже Google мне выдает только видео с Ютуба, поэтому нигде больше такого нету, видео с Ютуба, в смысле, мультик. Вот. А у нас есть просто уже планы, и мы должны их придерживаться, да, так что мы отправляемся дальше. Но, безусловно, сюда, конечно, нужно приходить, на такие мероприятия нужно приходить, их посещать, о них знать и проводить там время, потому что все супер, все классно. Так, ну и ребята, мы уже наконец-то приехали домой, уже пообедали, потому что все утро проездили за этими дрожжами, потом кря на день рождения, и уже так чуть-чуть в желудке пустовало. У нас сейчас, кстати, 4:30. Хорошо, солнце как раз находится вот там за домом. У нас здесь полная тень. И давайте я вам покажу. Кофеек, орешки, iPad. Мы приехали, надо что-нибудь посмотреть. И красота вот такая. Видите, как тень. И даже сейчас 28 градусов. Но здесь абсолютно круто. Сидеть абсолютно 25 и ветер. Вот. Так что такой денек. Ничего специфического, ничего особенного. Просто хорошо, и мы решили его завпечатлить. Всем пока. Пока. Хотя не, ребят, из-за того, что у нас завтра праздник, это еще был наш совершенно не конец дня. Мы где-то часа, наверное, полтора втроем, я и двое соседей, продолбались. Полгода с того момента, как мы сюда заехали, мы все просили, чтобы у нас здесь появился зонтик, потому что это вообще самая дикая необходимая вещь. Камила еще не видела, сейчас она просто вместе с вами обалдеет от того, каких он размеров, потому что он кажется абсолютно небольшим. Есть батарея солнечная наверху, а здесь освещение. И вот он включается. Ну, это я сейчас покажу. Ну что скажешь? Прикольно. Просто жесть. Он просто гигантский. И вот, подойди сюда. А, кстати, ну... А, не, оно не двигается. Ну, оп. Оп. Класс. Да, вечером, я думаю, будет отлично. И он отлично будет защищать от дождя. Ну, от солнца, это я вообще молчу. Супер просто. А вот здесь вот мы наполнили в каждом... Вот этом в каждом квадрате где-то по 20 килограмм песка и, наверное, литров по 10 воды. То есть прилично так. Пойдем. Здесь, кстати, вот эта штука крутится. Нажимаешь и в нужную сторону его поворачиваешь. А дырку я открывал, уже пробил. Че, говорит, it's okay. Ну, окей, так окей. Mm-hmm.
попала. Так и специально, чтобы меня не снимать, мне же просто в глаз плюнул. Передай привет маме. Передаю привет мамам и всем. У нас Пасха завтра, а у вас уже прошла, наверное, пока мы выпустим ролик. Ну, я сегодня планирую ночью сделать, да. У нас сейчас вот 7:30, ну, может, часов в 10-11 ночи сделаю. Ага. Так что как раз всех можешь... Христос воскрес! Да. Ребята, что сказать за Пасхой? В общем, поставила я пасочки. Дрожжи живые, свежие дрожжи мы так и не нашли, поэтому поставила я их, где-то Женька он плывет, поставила их на сухих дрожжах, никогда не делала, поэтому не знаю, что из этого получится. Надеюсь, что получится хорошо. Меня смущал момент, что свежие дрожжи, они как бы опарно ставятся по моему рецепту, по рецепту дяди Юры, кто знает, тот помнит, 8-10 часов. А с сухими дрожжами я не знаю, как быть, поэтому, ну, замесила, поставила, ну, в смысле, просто поставила. Вот, подождем. Ну, я думаю, не знаю, может, часов через 5 я попробую посмотреть, что там. Вот. Плюс еще посуды подходящей не было. То есть я дома делала это в эмалированном ведре специальном, вот оно только для пасочек использовала. Вот здесь нашла Инстапот, есть такая штука. Это типа нашей мультиварки, ну не совсем, как больше скороварка она используется. Вот я взяла из-под нее, там она, наверное, 5- или 6-литровая, в общем, кастрюлю, накрыла ее крышкой, поставила это все, замотала полотенцами. Не знаю, будем надеяться, что получится не хуже, чем на живых дрожжах. Вот. Фух, ну все. Вот теперь, после того, как еще 1 километр проплыл, можно день считать по-настоящему оконченным. Чуть-чуть запыхался. Вот. Хотя сегодня еще много чего предстоит нам, но тем не менее, все. Всем пока. Вот такая у нас выдалась отличная суббота. Кстати, не, надо рассказать еще напоследок. В общем, считайте это день эпопеи поиска дрожжей, но на самом деле вчера была эпопея, и позавчера была эпопея по поиску формочек, потому что я не помню, сколько они стоят на Амазоне, я вставлю здесь какой-нибудь скриншот с Амазона, но типа 6 формочек $15 или... По-моему, 10-25, что такое было. В общем, дороговато, на самом деле. Мы в итоге нашли по 75 центов более-менее формочки. В общем, урок нам на следующий год. К Пасхе надо здесь готовиться заранее, потому что можно попасть в просак. Собственно, дрожжи желательно из Украины везти. Как у вас практически и получилось. Ну, ничего. Ого! Ничего, у нас все закончится хорошо. Все, ребята, пока!